В Северодвинском суде начали оглашать приговор черным риэлторам. Напомним, 4 северодвинок судят за мошенничество с реализацией квартир и комнат. Девушки забирали часть вырученных от сделок средств себе, а доверчивых граждан убеждали подписывать документы о полной выплате денег за продажу. Показали только 400, отдали 200. Я спросил, а где остальная сумма? Они сказали, что остальная сумма идет за, за их услуги, короче. Вот, я им поверил, и все. Ну, в итоге вы где сейчас живете? У вас получилось? Сейчас я снимаю комнату. В деле несколько десятков потерпевших. Среди них пенсионеры и дети-сироты. Общая сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей. Суд признал мошенниц виновными, но окончательная мера наказания будет известна позже. На оглашение приговора по 16 эпизодам уйдет не один день. Хозяйка притона на железнодорожной пойдет под суд. 37-летняя северодвинка делилась своей квартирой с другими любителями немедицинского употребления сильнодействующих препаратов. Во время осмотра в помещении нашли шприцы, полимерные пакеты, ложки и трубки со следами нагара. 27 февраля 2017 года подразделением дознания МВД России по городу Северодвинск возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации по организации содержания притона. Санкция статьи за содержание организации притона предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. В Международный женский день из окна второго этажа Торцева 33 выпал 33-летний пьяный мужчина. Северодвинец полез из окна с благородной целью, пытался достать кошку с подоконника. При падении спаситель получил закрытый перелом со смещением костей голени. Подобный инцидент произошел спустя 2 дня в областном центре. На Шабалина 29 архангелогородец полез спасать застрявшую на козырьке магазина кошку, но самостоятельно слезть не смог. Вызвали ли горе-героя местные спасатели.